спонсор волейбольного клуба «Зенит» Санкт-Петербург. Дорогие самые популярные болельщики, чтобы скоротать время в преддверии матча, мы приглашаем вас посетить все наши социальные сети, где вы можете посмотреть за всеми новостями. Четырех кубка России! Следите за информацией на сайте «Зенита». Билеты уже в продаже! Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Oh,
Петербург и Уфимский Урал. В 8-м туре «Зенит» играл нового «Оренбоя» с местным факелом и победил в 5 партиях. А затем в «Сигурарине» был сыгран первый матч группового этапа Лиги чемпионов «Португальской Бенфикой», который был уверенно выигран нашей командой 3-0. «Урал», в свою очередь, в 8-м туре играл дома с московскими «Динамовцами» и оказал серьезное сопротивление, кратко уступив 2-3. Затем уфимцы играли в Москве в полуфинальном этапе Кубка России, где одержали 2 победы с одинаковым счетом 3-1 над Нижневартовским «Югроисом» «Атором» и Нижегородской «АСА». Но также в 4 партиях уступили хозяевам «Динамовцам». Матч между «Зенитом» и «Уралом» — это завершающий матч 9-го тура. Остальные игры принесли следующие результаты. «Газпром» — «Юграсовбуд», «Енисей» — «Красноярск» — 3-0. «Нефтяник» — «Оренбург» — «Юграсанатор» — «Нижневартов» — 2-3. «Динамо» — «Москва» — «АСК» — «Нижний Новгород» — 1-3. «Белогорье» — «Белгород» — «Динамо» — «Ленинградская область» — «Сосновый Бор» — 1-3. «Локомотив» — «Новосибирск» — «Факел» — «Новый Уренбой» — 3-0. И «Кузбасс» — «Кемерово» — «Зенит» — «Казань» — 0-3. И турнир по этим лицам мужской суперлиги выглядит следующим образом. По 8 побед в 9 матчах имеют «Зенит», «Казань» и «Локомотив». 7 побед также в 9 матчах у «Динамо» Москвы. 6 побед у «Динамо» Ленинградской области после 9 игр. По 5 побед имеют «АСК» после 9 матчей, а также «Зенит» Санкт-Петербург и «Украсомотор» сыграли по 8 игр. По 4 победы после 9 игр у «Белогорья» и «Газпрома» и «Уры». 3 победы после 9 матчей у «Кузбасса». По 2 победы у «Урала», «Факелова». Это после 8 игр и «Енисея» после 9 матчей. По-прежнему не имеет побед «Нефтяник», который сыграл 9 матчей. Следующий игру «Зенит» проведет на выезде в Лиге чемпионов 15 декабря в городе Новый Сад с местной «Тайгорьем». Затем 18 декабря в Нижнем Новгороде «Зенит» в 10-м туре чемпионата России встретится с «АСК». В Петербурге мы сможем увидеть нашу команду 25 декабря в полуфинальном матче финала 4-го Кубка России памяти Константина Ревы с московскими «Динамовцами». Эта игра пройдет в Ледовом дворце начало в 19 часов. Там же 25 декабря в 16 часов начнется первый полуфинальный матч между новосибирским «Локомотивом» и «Зенитом» Казань. Победители полуфинала встретятся в Ледовом дворце на следующий день. Начало в 19 часов. Познакомьтесь с составами команды. Урал, город Уфа. Главный тренер – заслуженный мастер спорта Игорь Шулев. Старший тренер – мастер спорта Юрий Лисицкий. Номер 2 – мастер спорта Роман Жос. Третий номер – Евгений Новаков. Номер 5 – мастер спорта Владимир Шишкин. 8 номер – мастер спорта Александр Куцарюк. Номер 12 – Максим Шеветихин. Тринадцатый номер Сергей Болдырев. Номер 15 мастер спорта международного класса Иван Димаков. 16 номер мастер спорта Сергей Багрей. Номер 17 капитан команды мастер спорта международного класса Егор Феоктистов. 18 номер Данил Харитонов. И номер 19 Вячеслав Черепович. «Зенит». Главный тренер Томас Самелло. Старший тренер мастер спорта Андрей Колочко. Номер 1 мастер
спорта Сергею Ковёрову. Второй номер – мастер спорта Кирилл Иванов. Номер 4 – капитан команды «Заслуженный мастер спорта» Игорь Кобзев. Седьмой номер – мастер спорта международного класса Игорь Колотинский. Номер 8 – Женя Дребенников. Девятый номер – заслуженный мастер спорта Иван Яков. Номер 10 – мастер спорта Кирилл Урсов. 11 номер – мастер спорта Федор Воронков. Номер 13 – Максим Кошкин. 14 номер – мастер спорта Иван Побединкин. Номер 17 – заслуженный мастер спорта Виктор Полетаев. 18 номер – заслуженный мастер спорта Егор Крюгер. Номер 19 – Дмитрий Пашицкий. 21 номер – Диня Урнау. Дорогие друзья, мы победительно просим вас соблюдать масочный режим. Напоминаем, что несоблюдение требований Роспотребнадзора может привести к наказанию как вас, так и клуба.
Вторая партия подает «Зенит». 0-0. Yeah.
Thank you.
Команда «Урал» запросила видео просмотр игрового эпизода «Переход средней линии». Счет 20-14.